Это не исключает, никогда возможности, что ты возьмешь и выберешь другого мужика. Почему нет? Я тебя тут деньгами не тыкала. Нестабильность. Ты знал, с кем ты отношения заводишь? А как ты до этого рассказывал мне историю? Какие? Вот у меня было то, и так, и сяк, и вот это. Так ты постоянно об этом говоришь, и говоришь. Мне было тяжело, я все. О чем мне еще рассказывать? У меня на душе это постоянно крутилось. Восстанавливают, реабилитируют. Очень тяжело встать на ноги, но я ничего не потеряла. Я знаю, как это все заработать. Просто у меня сейчас вот время, я начинаю чуть-чуть реабилитироваться. Ты просто не знаешь об этом. И все. Ну, получается, ты что-то делаешь, не рассказываешь, я об этом не знаю, и мне кажется, что ты стоишь на месте. И я начинаю париться еще больше, потому что ты как бы, ну, сказала одно, а в итоге действия, ну, я их не вижу. Где-то они, может быть, есть. Не надо с меня их требовать. Я и не требую. Ну, ты требуешь. Я не требовала сейчас с тебя ничего. До этого требовала. Просто я переживаю.